Всем привет, вы на канале Мурмяу, и сегодня мы играем уже в 9-ю серию отеля реноваться. Кому интересно, усаживайся поудобнее и поехали смотреть. Нам надо забронировать номер 201 для той самой Селин, старой нашей подруги. Ого, такой вот номерок. Селин выкладывала в социальных сетях фото с дизайном интерьера. Ей нравятся графичные обои и черная мебель. Класс, тут будет что-то новенькое. Графичные обои, так понимаю, должна быть на них присутствовать какая-то графика. И черная-черная мебель. Ого, ребята, я вам скажу, этот номер довольно-таки огромный. Это только сама прихожая. А прикиньте, еще он дальше стоит, смотрите. Тут, наверное, будет у меня по типу стол для питания. Может быть, диваны поставим. Сейчас посмотрим, что дальше. Потому что я смотрю, там дальше такой вот узенький вон коридорчик. И видно еще одну комнату в бок. И прямо какая-то дверь. Скорее всего, там будет ванная. Но тут что-то очень много паутины. На тех этажах не так было много, я вам скажу. Тут уже побольше. Ага, люстры. Люстры тоже убираем. Не надо, не нам. Мы будем потом что-то красивенькое, интересное ставить. Благо у нас есть вот эта вот кувалда, которая хорошо так разбивает всю. Ага, попали паутине, но только не с первого раза. Да что ж такое? Оно как-то наискось бьет, оно не хочет прямо бить. Одни и те же вечные проблемы. Так, тут еще паутина. Потому что потом мы случайно можем по ней попасть и... Пролетев мимо, попадем по обоям и собьем опять всю стену. И придется опять клеить, либо перекрашивать. Ага, вот такая вот у нас тут ванная. С окошком. Так. Расчищаем все по полной. Ну, я вам скажу, такое достаточно нормальное тут место. Для какого-то душа или даже ванны можно будет это все поставить. Ничего страшного тут не будет. Все поместится, и туалет, и раковина. Уютно будет зато. Так, тебя тоже сносим. Ой, так темно сразу стало. Аж ослепло. А это та самая спальня. Но спальня, я вам скажу, вроде бы, смотрите, и окно в пол огромное. Ну, как-то места мало. Заходишь, чисто кровать. Добрый день, моего Рупера будет рисовать известный местный художник. Нам нужно остановиться у вас на несколько дней. Рупер любит комфорт, так что постарайтесь подготовить номер по всем моим требованиям. Ого, для какого-то Руперта, это, наверное, вот та самая собачка сзади нее. Будем для нее готовить номерок. Ну, давай возьмем, что они там хотят. Дама-собачка, добавь мыски для питомца, добавь лежанку для собаки. Хорошо. На это есть у нас 23 минуты. Сейчас мы сделаем. Подождите. Ага, она уже, смотрите, заселилась. И дали нам за нее $160. Заселилась она в номер 104. Ну, пошли посмотрим. Уже сделаем этой дамочке, собачкой, все ее прихоти. И пойдем дальше строить для Селин номерочек. Ух ты. А что этот лифт не работает? Смотрите, а зайти в него можно. Так, номер 104 это тут, на первом этаже. Потому что у нас нулевой это холл. Ну и долго лифт спускается, это ужас. Смотрите, как время быстро идет, а мы еще в лифте находимся. Ну... Наконец, спасибо. Они, наверное, думали, что мы поедем на первый этаж, вернее, на нулевой. Приехали на первый. Вот этот номер. Она хочет... Она, получается, заселилась в номер, где этот дядюшка Джордж жил. Ну, свадьба закончилась, все гости уже, наверное, посъезжали. А номерок такой остался интересным. Значит, хорошо. Сейчас почистим тут все. Чтобы было чистенько. Вроде чистенько.
И будем добавлять для собачки мысочку или сушаночку. Так, это столы. А что сюда зашло? Ага, вот переносной холодильник, с барной стойки, стулья. О, лежанка для собаки. Интересно, в такой рупер и влезет или нет? Ну, она тут одна вроде как. А это мысочки, да? Ну, хорошо, значит, мысочку мы сделаем тут. И где-то вот тут рядом лежанку для собачки. Все, готово. Можете спокойно тут жить во всех комфортных себе обстановочках. Так, выходим, закрываем дверь и побежали дальше с Селин готовить номер. А потом нам будет надо забронировать номер 202 для его, ее композитора и для гитариста, прикиньте, 204. Такая дамочка, я вам скажу, богатенькая. В принципе, композитора и гитариста можно было бы заселять в один номер, сэкономив. А они, получается, хотят аж три номера для себя, каждому по номеру. Ну, Селин, ладно, она звезда у нас. А для композитора-гитариста зачем оно им надо? Пускай живут в одном, правильно? Но нет, каждому по номеру. Так, очищаем от грязи. И сейчас будем творить. Мне прям интересно, что тут у нас выйдет. Потому что реально, каждый номер, когда ты берешь, это реально что-то новое и интересное. До последнего я не думаю, не знаю, что тут может получиться. Делаю то, что вижу, подбираю. И получается то, что получается. Мне, в принципе, в основном всегда нравится номер. Иногда, да, чего-то не хватает. Хотелось бы побольше, чтобы они сделали каких-то аксессуаров. Или, может, какие-то другие обои. А оно открывается то, что тебе, в принципе, теоретически не очень-то и нравится. Так, пол. Нам надо пол. Я думаю, сделаем этот деревянный. Какой-то красивый. Вот это мне нравится. Потому что везде у нас белый, серый, светлый. Я думаю, тут что можно потемнее придумать. А почему бы и нет? Вот такой вот будет вроде бы и коричневый, но немножко такой старинная доска написана. Он реально как состаренный немножко. Выходит, я думаю, довольно-таки неплохо. Под окном тут тоже поставили. Тут немножко забыли сбить. То, о чем я и говорю. Сейчас будем... А по-моему, мы тут откосы сбивали. Мне кажется, это они уже... Пока мы сходили для собаки, стравили в номерок все. Они уже нам загадили. Так, по стенам. Стены она хотела... Точно, аж графику хотела на обои. А у нас, получается, еще оттенки она хочет. В оттенках все черного цвета. Как хорошо, что мы этот пол сделали в оттенках черного цвета. Потому что, смотрите, немного оно засчиталось. Плитку, значит, тоже делаем, я думаю, черную. А уже на стены мы что-то посветлее придумаем. Потому что у нас еще будет черная мебель. Так, все, пол мы 100% покрыли. Конечно, будет освещение, будет намного интереснее это все выглядеть. Потолки, ну, потолки мы белые будем делать везде. Не, почему-то вот белый цвет самый такой нейтральный, нормальный. Кроме, конечно, вампиров. Там мы делали, конечно, по полной комнату такую красную, кровавую. Так, пока наши потолки красятся, мы перейдем к стенам. Сейчас тут панельки. Вот, обои с узорами. По обоям с узором нам надо какая-то вот графика. Ну, вот эти вот квадраты, интересно, как за графику сойдут или нет? Мне вот это очень нравится. Смотрите, такая интересная для прихожей. Зеркально. В принципе, она звезда. И для нее такое, знаете, как вроде бы это зеркала или такое что-то яркое. Оно будет свет перебиваться в этих стенах. Оно будет очень красиво смотреть. Слышишь? Наверное, это опять та сумасшедшая курица. Непонятно, на каком этаже. Попробуй найти ее. Да что ж такое? И что я буду с этой сумасшедшей курицей делать? Скажите, а? Так, пока наши обои прогружаются. Зимний лес. Разных тоже оттенков. Вот такой черный есть что-то. Что-то такое черное, интересное. Давайте попробуем эту комнату сделать в таком черном зимнем лесу. А почему бы и нет?
Вот так вот выходит. Немножко прогрузились наши обои. О, ну как вам? Мне кажется, неплохо. И, конечно, мы разбавим это все мебелью. Так, а эту комнату... Сейчас докрасим коридорчик. А эту комнату может каким-то другим сделать? В принципе, тоже можно вот в листве. Ага, тут сероватая есть. Давайте попробуем ее. Сейчас она как раз прогрузится. Потому что вот в этой игре я смотрю какие-то вот баги с прогружением обоев. Очень часто. Оно становится, пока прогрузится, замыленное, а потом оно реально вот появляется нормальным. В принципе, неплохо. Даже оно не серовато выглядит, а реально черным. Черная получается прихожая, черная комната. И давайте тогда сделаем черную ванную. А почему бы и нет? Раз она хотела все в черном, то получай. Ага, доделывается плитка, все. Получили мы 100% обделку стен и полов. А теперь будем делать саму прихожую в мебель. Тут шкафчик. Она тоже хотела в черном цвете мебель. Сейчас такое, что поинтереснее выберем. Ага, вот такой есть черный. Отлично. Довольно-таки неплохо место для этого шкафа. Как раз не выпирает. Стоит нормально. Теперь давайте кровать тут поставим. Уже как раз поставим и уйдем с этой комнаты. Ну, конечно, кровать, тумбочки там надо. Я думаю, ей вот такую сильно широкую может не надо, потому что у нас тогда не влезут, возможно, такие тумбочки. А может, мы найдем что-то поуже из тумбочек. И тогда оно все спокойно войдет сюда. Я думаю, такая будет неплохо кроватка, только теперь надо черный оттеночек. Ага, вот он. И две прикроватные тумбочки. Как раз такие узенькие, смотрите. Неплохо так подходят сюда. Одну сюда, одну вот сюда. Все, под тумбочкам все. Ага, надо будет еще две тумбочки, только это уже, наверное, где-то поставим в гостиной. Диван, под диван. Диван бы мне хотелось что-то такое большое. И, возможно, такие даже интересные. По расцветке сейчас посмотрим. Ну, естественно, черное. Но мне когда-то вот, вот такой вот зеркальный, только в черном оттенке. Он реально шикарно смотрится. Он прям дорого смотрится. Смотрите, какой глубокий черный. Какой серым цветом не отдает. Он даже поблескивает. Это прям вау. Так, теперь для тебя еще надо нам 4 стула. Ага, еще один диван будешь хотеть, да, и 2 кресла. Да что ж такое? Так, один стул сюда поставили, это как кресло считается. Преддиванный столик кофейный поставим, поставим. Что такое еще выброшу, потому что огромное не было. Какой-то серый цвет. Вот видите, смотрите, вроде бы он показывает, что это черный цвет, но он реально серит, смотрите. Насколько он не совпадает с диваном. Это вообще. Вот тот глубокий цвет, это вау. Дальше, коврики. По коврикам. Что такое выбрать? Оно ж тут все тоже. Ковры не особо интересные. Выбора маловато. Сейчас где-то ближе к черному посмотрим. Ну, такой. Это считается черным. Так. Стул, значит, отсюда мы убираем. Потом поставим куда-то в другом месте. Вот так у нас получается наша гостиная. Кресло, значит, мы ставим. Наверное, давайте... Что ж тут поставить? О, смотрите, он как диван такого оттенка. И той же расцветки. Шикарно. Так, одно пока тут пускай стоит. Потом посмотрим, может, передвинем куда-то в другое место. Дальше. Нам надо получать стол для приема пищи. Вот оттенок черный ищем. Сейчас нормально. Да, я думаю, неплохо так подойдет нам. И к нему надо 4 стула. Хорошо, без проблем.
Только стулья опять-таки делаем черными. Черный красиво. Прикиньте, насколько эта комната будет чернющая. Кроме нашего белого потолка. А так это все вокруг черное. Это, конечно, ого. Да, я думаю, еще повесим сюда для более такого уюта черные шторы. Почему бы нет? Тем более она звезда. Ей надо, я думаю, может в каких-то моментах прикрываться. Мало ли, какие-то папарацци будут летать на дронах. Или камеры свои запускать. Это все должно быть тайно, скрыто, аккуратно. Немножко передвинем шторку. Я думаю, неплохо так смотрится. Закроет, когда ей надо, откроет. И дальше. Так, еще надо один диван, получается. Еще один кофейный столик. И стул мы забыли. Ставим стул сюда. Все, 4 стула готово. Боже, куда это все разместить? Куда еще один диван ставить? Куда мне еще ставить кофейный столик к дивану? Еще один шкаф надо. Ну, такой диван будет, как у меня был второй, огромный он сильно. Я думаю, что-то поменьше такое можно выбрать. Сейчас только черный оттенок красивый наш возьмем. Пока поставим его тут. Потом, конечно, будем двигать, а может и тут поставить его. А? Как думать? Или в прихожей, например, может сидеть. Кто-то пришел к ней подождать ее на диванчике. Дальше нам надо, получается, кофейный столик, шкафчики. Полки тоже надо. Ого, это куча всего. Так, выбираем наш красивый черный оттенок. Тоже, смотрите, блестящие. Такая обводочка, кантики, вот эти полочки. Они серебряные, правда, но к ним можно выбрать красивый черный вот этот цвет. Который гармонирует с нашей мебелью. И сюда, я думаю, поставить ей телек. Сейчас электронику найдем. Где тут электроника. Что ж такое? Ага, вот электроника. И сюда делаем телевизор. Как раз будет на диване сидеть, смотреть телек. Я думаю, неплохо выходит. Теперь нам еще надо кресло. Получается, и комод. Комод, я думаю, можно будет поставить где-то в ванной. Только сейчас выберем место, чтобы оно было... А, даже есть трюмо. Нет, трюмо, значит ставим мы трюмо. Потому что я думала, можно было бы комод в ванне поставить под раковину, например. Нет, раз трюмо нам предлагают, то, конечно, сделаем ей в спальне такой вот столик для нанесения макияжа. Кресло мы отсюда, конечно, уберем сейчас. Я думаю, кресло где-то в прихожей поставим. Найдем сейчас там место. А тут второй шкаф нам надо. Вот как раз будет у нее в комнате второй шкаф. Так, как-то уютненько получается, я вам скажу. По полкам. Полки тоже нам нужны. И полок аж много надо, аж 4 штуки. Что такое? Ребят, у нас проблема. Лифт застрял. Что делать? Да что делать? Сиди ты в том лифте, ради бога. Подождите, у нас тут важные дела. Мы никак не можем закончить комнату для Селин. О каком лифте может идти речь, скажите? Так, полочки расставили. И выходит, нам надо одно кресло и один кофейный столик. И все, у нас в принципе все готово. Значит, кресло, я думаю, тут можно будет поставить в коридорчике. Вот так вот, друг напротив друга. Это мы тоже отсюда забираем. А ну. Да, я думаю, неплохо так получается. И сейчас сюда какой-то маленький, такой аккуратненький кофейный столик. И можно будет как раз сидеть, попить кофе прямо в коридоре. Не дожидаясь места в прихожей на диване. Ну, вот такой вот хорошенький, уютненький. А может посидеть, почитать журнальчик какой-то. Или поработать, например. Я думаю, тут уютное помещение, тут поспать можно, переодеться. Это сама ванная. Ванная, я смотрю, она хочет и ванную себе, и даже душевую. Но ванна будет черная. Это прям вау. Потом по туалету. Туалет. Туалет у нас особо выбора тоже огромного нету. Берем
что есть, и он вот такой черненький, я думаю, подойдет. Поставим рядом с ванной. Потом, что там и дальше хотим? Раковину. Раковину мы где-то на этой стороне будем делать, потому что сюда надо, нам надо будет ставить опять-таки вот эти два шкафчика. Сейчас что-то интересное такое выберем. Я думаю, одну такую высокую полку сделаем сюда. Черную. А вторую вот тут где-то. И между ними можно под раковину сделать маленький столик. Вот так вот ровненько. А теперь на нее поставим наш умывальник. Только теперь бы, чтобы он хорошо стал. Вот тоже красивый черный цвет. Под ним вот эта деревянная подложка. Но она вообще ни к чему, честно. Ну, пускай уже будет. Куда уже тебя девать? Дальше. Душевую. Вот теперь душевую. Где-то, я думаю, в этом углу поставим. О! Это довольно-таки неплохая. Смотрите. Без всяких вот этих поддонов. Полуслив идет. По-современному, я вам скажу, достаточно-таки. И что у нас остается? Ага, у нас остаются всякие аксессуарчики и детали. Получается, крючки. Крючки, я думаю, для полотенец мы повесим вот тут где-то. Одну повыше, пониже. И на среднем уровне. И получается, всякие мыльно-рыльные принадлежности поставим вот тут возле раковины, пускай оно будет. Потом, если надо будет, поубирает себе всякие в шкафчики, попрячет. Это уже не наше дело. Потому что все-таки Селин-звезда, она может в любой момент приехать сюда со своими аксессуарами для мырно-рыльных деталей. И оно ей, в принципе, не надо, то, что мы тут положим. Так, а что случилось с лифтом? Ну, застрял лифт. Самостоятельно исправляем. Мы уж уже не в первый раз это делаем. Ой, извините. Немножко не так сделали. Спасибо, все работает. Да, пожалуйста. Немножко мы почистили гостиную от мусора, получается. Дальше переходим к моему самому любимому. Это дизайн интерьера. Тут, конечно, можно поиграться довольно-таки неплохо, чтобы сделать всякие аксессуарчики. Мне очень нравится, когда комната такая затемненная получается, и мы ставим туда какое-то освещение. Это так шикарно выглядит. Сразу свет горит. И сразу освещают эти всякие мелкие детали, которые мы не замечали в этой комнате. Оно появляется. И это ты все видишь. И это прям вау, я вам скажу. Так, вот такая вот картинку поставили в гостиной. Теперь, я думаю, тут возле кресел тоже поставим что-то такое. Я думаю, в темных надо тонах. Вот это глаза классные. Как из леса выглядывают два глаза. Ага, прикроватные тумбочки тоже надо нам лампы поставить. Ага, черного цвета, смотрите, нету. Ну и ладно, значит, пускай будет белым. Хотела черным, не получается, ладно. Так, одну тут, я думаю. И куда вторую? Третью, вернее, наверное, пускай тут на столике стоит. Я думаю, мешать она никому не будет. Дальше у нас идет, получается, освещение для коридора. Я не знаю, как сделать. Или освещать двери вот так вот. Тут тоже дверь осветим. Тут надо центральную лампочку сделать. О, вот это такая неплохая, смотрите. Как лестница спускается и с черными этими, да? Или может это другое выбрать? Это тоже неплохо. Как завитушки получается. Значит, поставим эту сюда. И куда еще? И, наверное, вот тут, я думаю, тоже поставим центральное освещение. Пусть горит. Потом еще одну лампу нам надо. Куда же мы еще одну поставим? Может, тут где-то над шкафом? Не, над шкафом не практично, я думаю. А если в ванной, только с этой стороны? Что такое? Ага, номер просто восхитительный. Руперт в восторге. Хорошо, спасибо. Копию портрета они сделали и повесили ее в фойе. До свидания. До свидания. Сейчас мы потом сходим в фойе, посмотрим, что они там нам за копию портрета дали. Я думаю, сюда надо повесить зеркальце. Зеркало мы повесили тоже в гостиной.
Получается, нам остается только украсить все цветами. И в принципе, ага, еще не только цветы, еще нам надо всякие статуэточки поставить. Украшения для, так сказать, столиков и тумбочек. В этот угол, я думаю, такой цветок поставим. И другой цветок пусть тут стоит. Комната довольно-таки у нас спальня пустая. Что такое? Опять ты коня хочешь привезти? Ну нет, не-не-не. Домой смущает запах. Нет, меня запах смущает, хватит. Нам коней достаточно в нашем гостиной, все. Мы больше никого не принимаем с животными. Ну, не считая там котиков, собачек. И то. Будем смотреть, какие они условия свои ставят, потому что не все условия нам будут подходить. Вторую вазочку, думаю, тут пускай стоит. Потом, потому что нам надо очень много аксессуаров тут расставить. А места у нас таки для аксессуаров не особо много. Вот так вот. Тут такую можно тарелочку поставить. Потом она постоянно тарелочку что-то ставит. Бокалы, конечно, мы тут ставить не будем. Это свечи. О, груша. Или не груша, давайте что-то другое посмотрим. Вот такое. Я думаю, достаточно таки нормально. И отправляем на завершение. О, я вам скажу, смотрите, какая разница. Сразу видно, хорошая. Только мне не нравится, почему летает вот эта пыль. Как ее очистить отсюда? Все, отправляем. Получаем $400. И, в принципе, вот такой вот у нас номер вышел для нашей звезды Селин. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша Мурмяу.